Доброе утро всем. Девочки, всем привет. Меня зовут Виктория. Я из Украины, но живу в Германии. А сегодня будет такое видео, такая как болталочка. Хочу рассказать об одном аромате, который прислала мне одна девочка. Мы поменялись. Я ей отлила своей вот Perfect Roses. А она мне в ответ прислала 10 мл Oud Bouquet. Тоже из вот этой вот же линеечки ланкомовской, да, бутиковой. Вот он, такой вот отливантик девочка мне прислала. Большое спасибо. Еще шприц мне прислала. В общем, можно теперь уже спокойно меняться, да. Вы знаете, я очень хотела флакон Oud Bouquet. Вот, как-то вот я помню, 2 года назад он мне так нравился. У меня был пробник, часто в магазин заходила, брызгала, а вот, но вот сейчас вот девочка мне прислала, и я уже 2 дня его носила, и я, и сын даже мой. И хочу сказать, что вот этих вот 10 мл мне хватит надолго, девочки, что я вот передумала покупать флакон, потому что это очень такой насыщенный, густой, концентрированный, сильный, сложный парфюм, который просто вот один пшик и сутки вообще на руке. Я вот ставила на запястье, ставила возле локтя. Боже мой, я слышала на следующий день. Мне казалось, что он меня преследует, этот парфюм. Это красивый, конечно же, аромат. Это такой красивый уд. А, пралине я здесь слышу, какие-то печеньки. Знаете, вот в Кентаки или в Макдональдс продаются вот эти печеньки. Они на английском называются cookies. На русском, ну, тоже, наверное, cookies. В общем, и вот этот вот аромат, он мне пахнет вот этими кукисами, вот. Это такой, знаете, такой сладкий, густой, шоколадное такое печенье с удом. Очень красивый, конечно же, очень такой концентрированный. Это действительно одного пшика, и вообще, вы будете благоухать, потому что аромат очень-очень, он совершенно не стихает в носке, да, он продолжает там через 15-20 минут, полчаса, час-два, он продолжает просто вот эти вот печеньки, они благоухают. Вообще, вы знаете, я поняла, что некоторые ароматы, где ярко выраженная нота пралине, меня немножко напрягают, меня как-то от них подташнивает, как-то вот, не знаю, вот я заметила Тома Фордовская орхидея за счет пралине, таких землянистых пачули, она меня напрягает. Потом еще один парфюм, вы знаете, вот вышла, Киллиан выпустил новую линейку ароматов, таких вот как в бокалах, да, они там посвящены алкоголю, и вот аромат Angel, о боже, как он называется, вот я уже, Ice Rose один, и второй, что-то там Angels, забыла я уже. Боже мой, я как его нанесла, консультант мне как нанесла, я просто, у меня так разболелась голова, прям до тошноты. Вообще, я вот сейчас вспоминаю вот этот вот киллиановский, вот этот вот Angel, и мне прям нехорошо. И вот это вот что-то похоже, ну, оно не похоже, нет, они совершенно разные, но вот я бы поставила их в одном ряду из-за пралине, из-за такой какой-то алкогольности, да, насыщенности. Вот этот вот Oud Bouquet, вот я бы поставила где-то там. Поэтому мне вот этих вот 10 мл хватит вообще надолго. Вот, поэтому вот хорошо, что все-таки есть такие отливанчики, да, можно понять себе, нужен вам парфюм, не нужен. Вот, а девочки, я налила свою розочку. Мы ее носим, я ее ношу активно, сын мой, ему очень нравится, это очень красиво. Это сладенькая такая вкусная розочка. Спокойная, благородная, вот тоже. Вообще вот эти вот ароматы, знаете, вот эта линейка, они очень стойкие, девчата. Это прям, это такие парфюмы, которые вот безумная стойкость, и они красиво очень, когда вы наносите их на какой-то свитер, на какой-то шарф. Вот парфюм с вами весь день, вы его слышите красиво. Вот они не очень громкие, но присутствует такой некий шлейф. Потому что я всегда, когда его наношу, муж мой всегда говорит, вот, что ты нанесла, что ты нанесла, говорит, это сильно, вот. Так что, девчата, пока с Oud Bouquet я, пока мне не нужен Oud Bouquet, пока мне вот хватит вот этого вот отливанчика надолго, вот.
Дальше, девочки, хочу рассказать про свой амуажик. Я его разносила уже. Вот, вы знаете, амуаж прям налили до самого конца. Вот, я не знаю, тут может быть сейчас не видно. А вот видно немножко. Но это я уже носила. Я уже сколько его, вторую неделю ношу, да, девчата. Вы знаете, отставила все свои парфюмы вообще в сторону. Ношу только этот крем Sunrock. С каждым днем он нравится мне больше и больше. И вот сейчас хочу рассказать. Вы знаете, в этом аромате присутствует еще, а вот в начале, когда вы наносите, да, он такой немножко корица, немножко какая-то розочка выступает, какие-то специи, кардамон, что-то вот. Потом он становится таким сладко-розно. Видимо, мед с розой выходит. Вот, вот это вот тоже вы наслаждаетесь вот этой вот сладостью минут 15-20, и потом в конце такие выходят дымные деревяшки, да, видимо, это дубовое дерево, там, кедровое дерево, но они такие задымленные, знаете, вот мне это сразу напомнило, когда мы жили в Маскате, и вот вы входите в молл с утра, там, любой магазин, он обкуривает все вот этими бахурами, ладанами, да, разными всякими, и вот здесь вот присутствует такая вот ладанность какая-то, знаете, вот деревяшечность такая вот, как будто эти деревяшки обкуривают, вот, они такие дымные, красивые, и еще выступает вишня, в конце вот для меня я слышу вишню, я вот все думаю, вишня же здесь не заявлена. Но я думаю, может быть, это ветивер так играет, да, с медом, с розой. Роза, у нее же есть такое качество. Роза, она же пахнет по-разному, да, розы есть пахнут какой-то малинкой, вот есть каким-то медом розочки пахнут, да, по-разному. Вот я когда была весной в ботаническом саду, там цвели, я не знаю, сколько сортов роз, вообще очень много, очень разные розы. И вот каждая роза для меня пахла по-разному. Какая-то пахла персиками, какая-то малиной, какая-то прям каким-то медом, знаете. И вот мне кажется, что вот здесь вот такая роза, какая-то малиновая, медовая, и вот оно с ветивером, и оно, может быть, дает какое-то такое варенье, да, то ли малина, то ли вишня, но мне кажется, все-таки вишня, такая красивая дымная вишня. В общем, аромат, девочки, очень классный, очень крутой. Для меня это прям сейчас любимый из всех амуаж. Вообще, вот этот парфюм, он как будто бы вернул после, вот, да, амуаж выпускал там мимозу, Love to be Rose, такие вот легкие какие-то, да, парфюмы. И вот этот вот аромат, он мне вернул амуаж лет вот на 10 назад, когда они выпускали такие густые, да, какие-то парфюмы насыщенные. Это очень красиво, девочки, это очень вкусно, это очень стойко. Вот я его наношу, и я, кстати, поливаю щедро, потому что он не душит ни меня, никого. И вот этот вот, эти деревяшки с вишней, с такой сладенькой розой, и вот вы наслаждаетесь этим целый день. Вот когда я ложусь спать, у меня волосы прям слышу. Ну, очень красиво, в общем, я очень рада, что у меня появился этот флакон. Это, наверное, стал сейчас мой самый такой любимый из амуаж. Вот такое вот, девочки, коротенькое видео хотела вам рассказать. Вот, и, конечно же, вот Oud Bouquet. Покупать флакон не буду, вполне мне вот этого вот хватит надолго. Сейчас у нас, девчоночки, идет Черная пятница, да, я вот думаю, у меня есть еще один аромат. Это был подарок свекрови, кстати, еще не сняла про него видео, вот тоже на днях постараюсь все снять, девчата. Вот такое вот было видео. Всем спасибо за просмотр, пишите, как вы относитесь вообще к амуажам, да, к бутиковой линейке Lancôme. Мне кажется, эта линейка нравится многим, особенно за свои флаконы, да, потому что здесь просто нереально красоты вот флаконы. Все, девочки, всем хороших выходных, всем пока, всех целую, подписывайтесь на мой инстаграм, всем пока!